Всем привет. В общем, сломал всю голову, не мог найти настройку активации экрана Mi Band 8 простым касанием. То есть, видимо, настраивали так, что активировался экран через свайп снизу вверх, а касание потеряли. Но этой информации я не нашел даже на 4PDA. В общем, идем в настройки. Дальше мотаем вниз и видим пункт предпочтения. Да, разработчики засунули эту опцию в пункт предпочтения. Дальше способ включения. И тут выбираем коснуться экрана, провести вверх. Вот такая приколюха.